Добро пожаловать в Сочи парк! Встречать гостей доверили самому востребованному герою всех сказок – Косолапому. 5000 подростков со всех районов Краснодарского края стали своего рода первооткрывателями сказочного мира. Тематический парк – это российский аналог знаменитого Диснейленда. Но здесь все пропитано, как говорится, русским духом. К примеру, на Аллее огней ярмарочные гуляния со скоморохами. Она любила веселиться, петь и танцевать. Есть в парке и край богатырей, и, конечно, заколдованный лес. А в эко-деревне всех желающих научат исконно русским ремеслам. Ну и как же без аттракционов? Конечно, подарок детям очень большой, много аттракционов, детворы, которая лучшая детвора с края, с нашего приехали. Но я думаю, что все лето будет работать этот парк и приносить радость детям. Пока работают только детские карусели, но уже в конце июня порцию адреналина гарантируют и взрослым. Таких экстремальных горок в России еще не строили. Сразу после посещения тематического парка юных кубанцев ждал еще один сюрприз – посещение парка Олимпийского. Здесь каждой группе был представлен собственный гид, который рассказывал не только, как строились все объекты, но и о самых ярких моментах Олимпиады. От Сочи парка до главных арен зимних игр рукой подать. На стадионе «Шайба», где разворачивались олимпийские хоккейные баталии, сейчас Всероссийский детский спортивно-оздоровительный центр. Здесь юных жителей края ждал сюрприз – ледовое шоу по сказке «Бременские музыканты». По традиции в День защиты детей подвели итоги губернаторского конкурса «Стань первым». Несколько десятков подростков стали обладателями дипломов и ценных призов. А сейчас в крае стартует новая программа «Детский молодежный туризм». Возможности узнать и познать самого себя и свою страну мы должны предоставить как можно больше. Поэтому мы уже объявили эту программу, и все муниципалитеты в ней работают, все краевые министерства в ней задействованы. Поэтому я думаю, что это ждет нас тоже такая очень большая, хорошая, увлекательная кубанская экспедиция к самим себе в гости. В рамках новой молодежной программы юных жителей края ждут походы в горы. Продолжатся экскурсии и в Сочи. За летние каникулы Олимпийский парк посетят несколько десятков тысяч детей со всей Кубани. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.